10 команд со всего округа встретились на поле для мини-футбола. Игроки не просто любители этого вида спорта. Эти ребята все сотрудники полиции действующие. И одна команда у нас представлена пенсионерами МВД. Для сотрудников и нынешних, и бывших участие в турнире – это почетная возможность внести свой вклад в память о сослуживце. Само мероприятие является хорошим воспитательным мероприятием для воспитания сотрудников действующих в лучших традициях Нуренгойской милиции, полиции, Ямальской милиции, полиции. И тем самым мы почитаем память героически погибшего нашего сотрудника Заура Кирейто. Заур Кирейтов трагически погиб 22 марта 1993 года. Сотрудник патрульно-постовой службы пытался задержать преступника и подорвался на гранате, которую тот бросил. В 1995 году в память о коллеге и товарище новоуренгойские правоохранители провели первый турнир. Тогда соревновались 4 команды. Через год большее количество команд заявило о желании участвовать в памятных играх. На третьем турнире стало понятно, что он станет традиционным. С тех пор проводится ежегодно, за исключением пандемийного года. Игры собирают большое количество болельщиков, членов семей и сослуживцев. Наша команда, мы уверены, что 100% выиграет турнир, потому что они у нас все крепкие, сильные ребята, спортивные. В последних двух турнирах первое место занимала команда из Нового Уренгоя. В состязаниях 2023 года шансы на победу у всех большие. Нацелены на победу, думаю, шансы есть. Ну, я думаю, шансы здесь есть у всех. Просто так никто на турниры не приезжает, поэтому будем стараться, будем биться. Через 2 турнирных дня футболисты-любители вернутся к службе и продолжат обеспечивать порядок в городах. Вера Потлова, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.